Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка уже довольно-таки давно, неделю назад. Я только сейчас ее распаковываю. Была в почтовом пакете с пупыркой, а внутри лежал еще один почтовый пакет, тоже с пупыркой. Вот он такой. То есть двойной почтовый пакет. Это круто. Мне так еще никогда не ложили. То есть сразу видно, продавец заботится о том, чтобы посылка не повредилась. Но при этом, хоть она тут выглядит нормально, и сбоку там более-менее нормально, то сзади все равно она зацарапанная. Вон все эти царапины. То есть он уже положил такую. То есть она как бы ушная. Там видно царапки, вон они. Тут вот все такое зацарапанное. Попробую это показать, как это, чтобы видно было. Ну вот, в общем, все в царапинах таких. То есть, раз оно так хорошо было упаковано, оно не могло поцарапаться. Оно уже было поцарапанным. Здесь он все в царапинах. То есть, как все равно, бушные вещи продают. Вот. Поэтому не очень-то приятно. Но суть в том, что оно должно регулировать мотор. Как бы сюда подаешь питание, а сюда подключаешь мотор. То есть такая штучка где-то может крепиться. Это не крепление, как бы в каком-то типа, ну, в каком-то типа, ну, стенде, щитке каком-то. Вот такая вот штучка. Здесь как бы болтики. Все закручено с одной стороны только, да, и все. И здесь еще прикручено. Ну, дальше нужно мотор подсоединять. Ну, вот я и подготовил как бы с блока питания. В блок питания приходит 220, с блока питания выходит 12 вот сюда. Хотя не помню, как, какой там параметр, от скольки до скольки. Но 12 подходит. Но там, по-моему, от 10, по-моему, до 30 что-то такое. Но я точно не помню. Сюда приходит питание, а сюда уже выходит мотор. Сейчас попробуем включить. О, прикольно. Нажимаю стоп, все выключилось. Нажимаю run. А вот это прикольно, крутая штука. То есть стоп, и оно остановилось, ран, и оно пошло с какой мощностью? И ты задаешь мощность. 15%. То есть 15% от 12 вольт. То есть 50% это 6 вольт. То есть если сюда сейчас приходит 12 вольт сюда, то выходит с 50% это 6 вольт. 100% это 12 вольт. Это круто на самом деле. Вот с этой штукой она работает прям... Реально работает. Без этой штуки, когда подаешь 12 вольт на мотор, мотор включается и тут же выключается. То есть так вум, и, то есть разогнался, так вум, и тут же гаснет. А с этой штукой он постепенно вум, то есть она постепенно дает, я так понимаю, ток. Как раз как ему и надо. То есть она постепенно дает. То есть она дает от 0 сразу до 12. То есть дает 0, и тут же моментально вырастает ток до 12. Поэтому мотор моментально разгоняется и работает. А без такой штуки он не может разгоняться. Ну, короче, ему, чтобы этому мотору работать, нужен разгон. А без разгона он сразу включается, тут же выключается. Там защита какая-то есть, наверное. Вот это круто. С этой штукой реально работает. Прям круто. А в меню что есть? Так, хорошо.
я не понимаю, что значит эти параметры. Ну, как бы, когда заходишь в меню... Вот что значит эти параметры, я не знаю. Настройка 1, 0, 10. Настройка 2, 0, 10. 3, 0, 0, 0, 4, 100%. Короче, ничего не понятно. Нужно смотреть инструкцию. Но оно реально работает. Сюда же прям ветер такой дует жесткий. Не, это круто на самом деле. А что если попробовать вот выключить? Включить и это. Что если убрать сеть и потом подать? Так, подать сеть сейчас. Ну, мы при чем? Не, крутая штука, мне нравится. Я доволен, что я купил. То, что я как раз и хотел. Чтобы оно включалось и разгоняло мотор до тех параметров, которые ты задашь. То есть задашь 50%, будет до 50% разгонять. Задашь 100, будет до 100. То есть от 0 до 100 разгонять. И причем мотор работает, потому что оно... Если ты задаешь 100%, оно не сразу на него 100% 12 вольт дает, а постепенно. То есть, ну, хотя это происходит за доли секунды, но это происходит. Он постепенно так вот дает мощность, ну, то есть от 0 до 12. То есть такое возрастание идет. От 0 до 12 как бы возрастает. Это за секунду происходит, но тем не менее это происходит, и поэтому оно работает. А если подать сразу, то оно врубается. Ну, вот я отсоединил сейчас провода в данный момент. И вот можно попробовать сразу просто подать питание, сразу 12 вольт на мотор. Он просто сразу, ну, как бы вырубается. Когда подаешь сразу все 12 вольт, но его и вырубает, то есть он как-то, ну, так работает дёрганно. Ну, хотя нет смысла показывать это в данный момент, потому что я это показывал на прошлом видосике, когда распаковывал этот мотор. То, что когда на него подаешь сразу 12 вольт, он включается и вырубается. И поэтому, как бы, я именно эту штуку купил. Но сейчас, благодаря ей, такой проблемы нету. Но я не, ну, как бы, основные параметры есть, и они работают. Но что значит настройки, это я не знаю, нужно разбираться, потому что в комплекте вообще никакой инструкции не было, ничего, это просто упаковка, и мне было сразу это устройство. И никаких инструкций, то есть нужно читать на страничке продавца, есть ли там инструкция или нету. Если нету, спрашивать у продавца, что значит, ну, настройки в меню. И тогда я смогу точно сказать, для чего какие настройки нужны. Но в целом все понятно. Run запустить, стоп. Run запустить, стоп, остановить. Стрелочками задаешь мощность. Ну, а вот меню, что делает меню, настройки меню, это я уже не знаю. И, кстати, почему-то, когда подаешь питание не сюда, не на повер, а на мотор, оно тоже загорается, 70% загорелось. Хотя, по идее, ну, не должно загораться, отсюда же должно выходить. А сюда пришло, получается, и оно загорелось. То есть должна какая-то защита быть, по идее, а ее нет, оно загорелось. Я надеюсь, оно не сломалось, но после таких действий. И, кстати, на мотор, когда подаешь все 12 вольт, идет искра, и эти провода, их аж приваривает сюда. Ну, то есть, я дотронулся этими проводами, выскочила искра, и провода на какой-то момент прилипли.
То есть они потом дернуло, они отвалились. То есть они реально от такой искры, от высокого перепада напряжения, они же привариваются. Так что это надо быть... Лучше так не делать. Ну, не давать сразу резко большое напряжение, потому что оно из-за искры реально аж приваривает. И я когда, ну, в прошлый раз делал распаковку и так делал, и здесь потом все аж черное было, такое подгоревшее, я это потом зачищал и приваривал сюда провода. Специально, чтобы никакой искры не было, чтобы сразу все, ну, ток сразу выходил, сразу шел, потому что когда оно уже все подключено, работает нормально, но когда ты резко подставляешь сюда, то ну, происходит искра, оно же реально пригорает, приваривается сюда. В общем, подключил я обратно сюда провода, все работает. Да, все работает, хоть оно с той стороны питания приходило, все равно ничего не сгорело, все нормально. Вот, такой вот тестик устройства. В общем, нормальное, хорошее устройство. Единственное, что в нем мне не понравилось, это то, что оно выглядит как бы ушно, то есть, ну, все такое зацарапанное, то есть, как будто оно уже где-то стояло в каком-то щитке, им пользовались, а потом я заказал, его просто достали со щитка, и, ну, типа, и мне отправили. Это неприятно. Но само устройство то, которое я хотел, и, ну, реально то, что мне было нужно. Вот. И дальше посмотрю, если, собственно, в этом меню нет ничего такого интересного, и настройки особо ни на что не влияют, то, пожалуй, и больше видосиков про эту штуку не будет. А если там, ну, что-то можно настроить еще, сделать, то тогда уже сниму обзорчик на то, как работает это устройство. Хотя здесь, в принципе, я так, можно сказать, все показал. В данный момент была распаковка и тест этой штуки, но не полноценный, потому что я по менюшке не могу ничего сказать. Вот. Так что потом гляну. Если есть там серьезные настроечки, то тогда сниму дополнительный обзорчик. Если нет, то нет. Вот. Так что на этом все. Всем покедова.